Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала, с вами ДФ, и мы начинаем выживание, или, если быть точнее, первый взгляд из мастерской. Ой-ой-ой, что-то, по-моему, я упал. Топовый мир в мастерской называется Super Engineer Adventure, или Супер Приключения Инженера. Запускаю первый раз, ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. 23 модификации, и пока что лагает SimSpeed, просто жестко лагает. Ну что ж, посмотрим, что у нас тут есть. Клик. Турит. Клик, турит, клик, турит. История. В общем, вам тут вот такая вот история. Те, кто хорошо владеет английским, ставим на паузу, переводим. Но мне, естественно, это лень. Так, что у нас тут? Территория, blue block. Red block, green block. Ладно, разберемся по ходу пьесы. Посмотрим, что у нас тут. Так, все почитали. Так, чтобы открыть блок, что-то выдаун. Шучу, конечно. Так, 5 метров, блок тут. Все понятно. Я вас понял. В общем, жизнь здесь не восстанавливается. Подсосались. Что у меня есть? Есть у меня, конечно, немного. Small cargo outside. Эть, верни меня взад. Что у нас тут? Ассемблер присутствует. И что нам тут надо делать? Welcome to Mars. Нет, это, по-моему, все-таки Земля. Ой, какой мне. Симпатичный. Какой симпатичный. Под. Так, пресс. Главное. Опа. Так. И вот это вот мы все можем себе забилдить, да? Ну что ж, приступим. Для этого мне нужны личные инструменты. Инструменты у меня, конечно, естественно, самые печальные, но не до жиру, как говорится. А, автоматов нет, ну и волки тоже выключены, но они все равно воздух кусают. Текс. Тра-та-та. Ладно, посмотрим, что у нас тут с другой стороны. Ага, мы уже видим, что тут транспорт летает. Вот злыдни писюкатые. Что у меня по вооружению? Одна глупая турелька, вторая глупая турелька. Что у меня по джетпаку? Джетпак присутствует. Гуд. Так, что это? Полотно парашюта. То есть я должен был открыть парашют или не должен? 1200 всего. Тут немножко автоматов, ячеек. И все-таки винтовочка у меня есть. Да, винтовочка у меня все-таки есть. Совсем печальненькая. Так, ну что ж, поехали. Так, Арк Фурнейс. То есть у меня тут даже есть такая гадость. Так, ты на меня летишь? Нет? Вот я бы сразу бы скрафтил себе пару баллонов. Товарищ ассемблер, не лагай. Так, производство. Мне нужно себе скрафтить пару баллончиков. Ну, по крайней мере, серебро, никель, железо. Нету. Тут по баллончикам что у меня? Угу. Здесь баллонов не дали, здесь баллонов не дали, здесь тоже баллонов не дали. Шикарно. Ну что ж, давайте себе летучку какую-то крафтить. Ага. Small cargo outside. Снаружи. Оно? Он попробовал, и правда он. Хорошо. Ты меня тут еще не это, не того. Где мой проект? Где мой проект? Пшик, пшик, пшик. Ой, какой тут медленная система. А что, а как-нибудь это закрепиться? Присосаться? Нет, никак. Ничего, распилим. Мне главное, чтобы тут этот работал. Вари, горшочек. Что ты какой глупый. Так, друзья мои, сейчас я включу очень маленькую гадость, называемое перекрестие, а то мне совершенно не видно, куда я что варю. Так, хорошо. И это у меня тяжелый, что ли, броня? Я что-то не понял. Нет, легкий. Вари. Вари. Спасибо. Тормоз шоу. Надо бы, конечно, пробежаться, посмотреть, что здесь. Ну, что-то он как-то прям нехорошо варит. Может, это я такой кривой? Так, далее. Далее надо вот это вот проварить, да? Не хочет. Вот в прыжке. Внутренняя пластина. Вам нужна внутренняя пластина. Где у меня этот? Карги. Карга. Карга-гарга-бай. Так, и мне нужны блоки двери. Давайте их поставим. Внутренняя пластина. Есть такая буква. Вот какой маленький инвентарь-то. Друзья мои. И вот так вот он и варил. Отсюда и до завтра.
Мне бы мой сварщик бы. И вот вопрос, нужно ли мне это все удовольствие проваривать? В принципе, это вес, это ресурсы, которых у нас еще пока нет. Так, что мне он даст вообще? Что ты можешь? О, лампочку включили. Так, что ты можешь? А ты не можешь, по-моему, ничего. Так, тут у меня что-то искрит. Искрит. Все, что искрит, надо спилить, да? Так, а что мне мешает на этой гадости еще и полетать? Немножко. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Пассажир сит, гасители. Обнаружен неизвестный сигнал, гасителей нет. И это, естественно, непилотное кресло. Блин, да что же у вас за любовь такая, непилотное кресло ставить? Ладно. Мы будем... Так, все блоки, а где все блоки-то? Что-то они все как-то это... Это не все. А, это все известные мне блоки, то есть у меня командирского кресла-то и нету. Придется через удаленку летать, да? Или вообще тут еще полетать пока не удастся. Так, атмосфера, бе-бе-бе-бе. Понятно, я вас понял. Пассажир сит. Азимут центр. Свои данные, горизонт, высота. Да, что-то маловато. Маловато будет. Надо побегать, посмотреть, что у меня по ресурсам. Арк Фурнейс есть? Вот, видите, какой-то вот баг с текстуркой такой интересный. Ага, я вижу руда. По крайней мере, вот она, вырастает. Это у нас, кстати, от вокселей. Давайте немножко добавим вокселей. А иначе они слишком печальные и слишком с близкого расстояния. Тут, в принципе, все высоко стоит. Ну, ладно. Будем считать условно годным вот эту полосочку. Не обращаем внимания. Чпоньк, правой кнопкой мыши. Убираем грязь. Нужна руда. О, вот она. Ями, я тебе сказал. А чё, у меня все полное, что ли? Куда ты покатился-то? Стой. Стой, противная. Ну и... Так, чё у меня тут? Сколько-то руды взял? Да, много руды взял. Не обожраться бы. Яйцами-то как неудачно приземлился. Так, сосемся. Ага, H2 мне тут не восстанавливает. А чё у меня по кислороду? Гермак снят? Снят? Снят. Да, вот. Такой. Я-ха! Мы выживаем в новом мире. Цель мира не знаю. Пишите ваши комментарии. Чё хотел? Скинуть все лишнее, да? Интересно, Easy Inventory стоит? Нет? Поньк. По-моему, не стоит. Эть? Не стоит. Люди у меня не стоит. Вот патронки-то это я зря, наверное, сделал. Так, мне нужно позаботиться о моей... Электроэнергия. У меня там, я видел, было на электроэнергию что-то. Так, трастер. А на подъемный у меня трастер хоть один есть? Нет? Нет, что-то, по-моему, только передние. То есть, чтобы приземлиться и... Вперед-взад есть. Вперед-взад вижу. Больше ничего не вижу. Так, ты что такое? Ты ассемблер. А что ты недостроенный ассемблер? Нет, это не недостроенный. И еще поглядываем. Тут вот всякое говно летает, простите. На чем мы остановились? В общем, вернемся. Зачесалось. Вернемся к нашей кучке. Как можно это делать? Выключаем гаситель. И вот так вот поскакали. Включаем этот. Очень мало юзает, но как на коньках едем. Так, как же мне поступить-то, чтобы это все удовольствие покопать? Оп. Рис. Так, камешки укатываются, да? Хорошо. Ать. Ням-ням-ням. И вот так вот бегаем за каждым кусочком. А вот это вот лохотронные кусочки, обратите внимание. Это нам теперь сделали, чтобы мы просто так побегали. Кому скучно, вот видите, оно пропало. Очень нужная функция. Без нее вообще никак не поиграть. Ладно. Сейчас мы забуримся там вовнутрь. Будем надеяться, тут хватает руды. Вся руда, естественно, у меня вон укатилась. Развлечение. И еще посматриваем на наших пиратцев. Да, это я так много буду копать. В общем, как ранее в выживаниях это делается. Вот так. Тик. И теперь добываем. Так, это я уменьшил. Ну, рой. Очень удобно стало. Почувствую себя
не знаю кем. В общем, обратите внимание, для того, для тех, кому сложно добывать, бегая за ними просто в центр, выбуривайтесь и кайфуйте. Все, хорошо, да? Набрали себе много всего. Текст, текст, текст. Инвентарь фул. Как я по тебе соскучился, женщина. Бум. Так, где мой? Так, неизвестный сигнал. Че, я устал, что ли? Блин, не та игра-то, чтобы я так уставал быстро. Сейчас, 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 друзья мои. Вот и вопросный вопрос. То ли мне проще будет восстановить вот эту летучку, то ли сделать вот эту. Но это бесполезный совершенно, на мой взгляд. Этот, но тут есть кресло. То есть кресло есть. Вы держитесь. Это какой-то тяни-толкай. Совершенно. Так. А, я раком бегу. Я думаю, что у меня так не бежит-то? Стой, 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 стой. Не бейся своими яйцами. Водорода нет. Так, где же мой фурнейс? Так, ассемблер. Blast Furnace. Ищ. Надо еще посмотреть, кстати, что у нас по электроэнергии. Так, что у нас по электроэнергии? Где мне это можно посмотреть? На 15 часов. Хреново, Гадий Петрович, хреново. Так, у нас восход, да? Вот этот трастер себе дороже пилить. Так, так, так. Куда бы мне за... Хреначить панельку солнечную. Естественно, надо ее ставить на двигатель. Почему на двигатель? Чтобы я хотя бы по этой оси мог ее подстраивать. Скриптов тут, естественно, нет. Эть, отпусти меня, чудо-игра. Так, что мы можем придумать? Мне кажется, есть смысл спилить данный трастер. Либо проскользить куда-нибудь туда, но тут в 8 километрах у нас... Джорджи под локейшн. 8 километров, да тут бежать, конечно, мне лень. Да что ты все подфриживает и подфриживает. Так, мазершип. В 200 километрах вы можете к мазершипу сбегать. Давайте спилим, хуже не будет. Сделаем это даже снизу. О, я увидел свой нос, вижу, с бородой. Welcome to Space Engineer. Ну ты чё? Такой низкий. Разучился играть, Дайв. Фу-фу-фу, таким быть. Чё такое? Стальная пластина нужна. Из инвентаря точно нет? Ой, е-мое. Ё-моё. Тэкс, мне нужен вот этот вот блок. Скат легкой брони. Повернись-ка, повернись-ка, повернись-ка. Повыше. Пойдет? Пойдет. Будем считать условно годным. Достану, что ли? Сейчас. Почти достал. Верните взад. Присосись-ка, присосись-ка. Все, вот так вот уже точно достану. Тикс. О, я уже его пилить начал. Inventory is full. Кстати, этого вполне мне хватит, чтобы проварить вот здесь вот все вот это недоразумение. Все-таки какую-то летучку мне надо делать. Но я считаю данные совершенно бесполезным. Умею ли я бур? Бур. Бур-бур-бур-бур-бур. Инструменты блоки. Тура-тура-тура-та-та. Движение. Аэродинамик нет. Нет, нет, нет. Кокпитов нет. Ничего нет. Все правой ручонкой. Источники энергии. Да, солнечную батарею могу. Сейчас мы ее приемайлим куда-нибудь. Хорошо, производство дуговой печи сборщик есть. Значит, живем, друзья мои. Не так все хардкорно. В общем, мы можем сделать либо себе бибику, которая будет. Так, а что у меня с источниками? Аккумулятора нету. Волшебство. То есть из этой, вот из этого недоразумения, вот с этим одним аккумулятором, мы должны как-то уже играть. Так, станции вроде как не летят. И эта фигня всякая тоже вроде как не летит. А, как я сильно стукнулся-то. Так, камень, все. Все лишнее детям. Доберишь ты. Нул. Зеро. Нул, я сказал. Спасибо. Чтобы потом не бегать, не собирать все это недоразумение. Так, надеюсь, зайдет. Надеюсь, вам понравится, друзья мои. Не знаю, правильно я поступаю, неправильно, но, тем не менее, пока меня все устраивает. Мяу. Так, а где уже у нас ебанулся фонарик? Не упал. Умею ли я двигатель? Вопросный вопрос.
Да двигатель. Улучшенный ротор есть. Все, что нам еще нужно для счастья? То есть, ставим двигатель. Текс. Его придется проварить. Естественно. Наверное, так как я играю, никто не играет. Прыг-скок, прыг-скок. Я веселый гонокок. Так, большая труба, мотор, компьютер. К хорошему привыкаешь быстро. Моторы есть, компьютеры есть, большая труба есть. Все, в принципе, нормально. Там, надеюсь, у меня все переварилось. Двигатель есть. Стальная пластина, большая труба. Хорошо. Стальная пластина, большая труба. Для маленькой такой компании не лезет. Так, компоненты нахрен, тогда трубу. Труба тоже не лезет, значит, половину забираем. Так, это правой кнопкой мыши делается для тех, кто не знает. Вот, 10 только выкинул, да чтоб тебя подбросило. Так, ага, по десятке с контролом. Для тех, кто только начинает играть, такие вот тонкости. Конечно же, я большую трубу не взял, ну что ты, блин. Как же ты ее сразу же возьмешь, Дайв? Вот, целых 16 штук в меня влезло. У нас довольно-таки быстро кончается... день. Так, это есть, да? Теперь мне нужно как-то присобачить сюда. По-хорошему. Так. В принципе, пойдет. Пусть будет так. Пшик. Не достаю. Батька не лезет. В крынку, сынка, махни. Тыкс. Не тудыть. Автоповорот выключен, за что им большое спасибо. Где мой дрон-помощник? Строительный компонент. Солнечные. Строительный компонент. Целых две штуки я смогу сделать, друзья мои. И это меня не может не радовать. Что-то я даже громче заговорил. И вот вы не можете понять, когда вы уже доварили совершенно. Оно хоть бы как-нибудь шипело. Ага, понятно. Это мне не пригодится. Что там надо было? Строительные компоненты, по-моему, да? Решетки. И это в каждой твари по паре вдруг угадал. Шик. Да, угадал. Остались только солнечные батареи. Так. Теперь приходится все это, естественно, мониторить. Все лишнее детям. Забираем. А мы, кстати, их довольно-таки много можем сделать. Сейчас наладим. Не знаю, стоит ли тут скрипт на управление солнечными панелями, но тем не менее. Так. Здесь мне нужна... А управлять чем? Где у меня? Чё, нет? У меня нет. Ну, так, подождите. Остановите. А, это вот недоразумение кончилось. Дай. Отдайся. Вот это вот все лишнее придется спилить, естественно. А, мы же сейчас еще вторую будем варить, да? Горшочек. Вари. И у меня их даже на 3 хватит. Так, мой внутренний... подсказывает мне, что тут не влезет. Вы смотрите, какая прелесть получается. Прям. Вау. Даев, что ты мутишь? Так, это мне пригодится. Это мне пригодится. Сейчас хоть чуть-чуть проварим, пока у меня есть тут пьедестал. Пшик. Я сказал, не лак, а пшик. Упал. В крайнем случае, все хорошее мы потом сделаем. Нормально. Ну вот, пол Сирии, а мы уже обживаемся. А чё я, дурак, туплю? Мы же можем повернуть свой мотор. Аккуратненько. И во... А, как больно-то. И варить все вот это вот. Все вот это. Красоту. А куда еще один делся? Пропал. Ага, как я удачно сделал. То есть вот эту вот фигню я не сварю, потому что мне мешает вот эта фигня. Логично, друзья мои. Все волшебно. О, я вижу свой нос. Карлик нос. Так. Безопасное отсоединение. Так, что мне тут нужно? Скорости совсем писечку. Не в ту сторону. Угол. Ну, пока все, что... Давай побыстрее. Быстрее. Не вижу, как оно делается. Ну ладно, пойдет пока. Ой, я в него врезался. В
принципе, волшебно, друзья мои. Все волшебно. Так, понятно. Труба, что там? Труба, строительный компонент, солнечная ячейка. И для моего склероза прям развитие прям идеально. Так, труба. Ладно, завезем сразу компонентов. Пшик. Хорошо. Мгновенно. Труба. Компьютер. И какая-то ячейка. Сейчас узнаем, какая. А, солнечная и компоненты, естественно. Так, компоненты и ячейка. Пшик. Волшебно. Так, вот это вот недоразумение. Доварил, что ли? Все, доварил. Так, выработка энергии у нас есть. На сегодня хватит. Вот это убираем. Начинаем продолжать варить наш супер корабль. Мне надо в какие-то другие места долетать. Как же ты медленно варишь, горшочек. Так, внутренняя пластина. И совершенно не видно. Внутренняя пластина, компоненты компьютера, мотора, экрана и японский бог. Внутренняя пластина. Давай-ка их заберем. Так, такие пластины не лезут. Большие трубы явно в таком количестве не нужны. Компьютеры, моторы, моторы. Варись. Моторов мало, экран и еще пластин. Я вас понял. Еще пластин надо. Надо их пойти сделать. Фиг. Вот для чего? А, это ездит. Вы смотрите, это же подвеска для колес. Ну что ты такой глупый? Экран, мотор. Хорошо. Мотор, экран. Экран. Пожалуйста, кушайте на здоровье. Все, хорошо. Теперь мне нужно сделать аккумулятор, чтобы сразу же говно... чтобы сразу же этот транспорт начал заряжаться. Энергоячейка. Назвали же. Так, весь-то немного, поэтому все это выкидываем отсюда. Сейчас мы все эти ячейки-то проварим. Так. И, в принципе, у нас начинает заряжаться уже. Потихонечку, полигонечку начинает заряжаться. Вот такой вот у меня будет транспорт. Е! Надо какую-то защиту придумать. Что-то вот все красненьким летает, 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 летает. И меня нервирует. Так, стальная пластина, понятно. Сейчас стали все вот это вот. Моторы пригодятся, малые трубы пригодятся. Это я все помню. Пшик. Пшик сделай. Сделай пшик нежно. Не делает. Что же тебя варить-то? А, тебя варить прям с харей вместе с колесом. Большие трубы, я вас понял. Большие трубы не лезут. Многовато пластин взял. Ай, все выкинул нафиг. Так, моторы пригодятся. Большие трубы опять не лезут. Да чтоб тебя подбросило, не поймал-то. Трубы. Е. Компоненты, блин. А? Вот кому интересно такой смотреть, друзья мои. Ставьте плюсик. Ставьте плюсик, если вам интересно все-таки такое смотреть. Сварку неизвестного транспорта. Пшик-пшик. Почувствуй себя сварщиком. В общем, первое, что мы хотели сделать, мы сделали. Варись. А, я мешаю колесу. Му-му этот. Му нехороший человек. То есть надо подварить так его, чтобы не помешать этому колесу. Пшик. Вот оно как. Вот оно что, Михалыч. Одной трубки не хватило. Ну и ладно. Не сильно и хотел. Строительные компоненты и маленькие трубки. Ладно, дальше поварим. Так, до отсюда еще не доварили. Здесь мне нужно проварить вот это вот хоть немножко. Чтобы дойти до колеса. Потом все это доварим, естественно. Так, это организовали. Пшик. Сделай пшик. Ага, не долезла. Вот она как. Вот оно шо, Михалыч. Как же мне тут сварочника не хватает. Текс. И сейчас мы уже поедем в путь. Дорогу. Дорогу дальнюю кончились стальные пластины. Нет, не кончились. О, у нас даже будет света. Мама, можно я буду спать со Светой? Да. Света, заходи. Хорошо. Так, пшик-пшик-пшик.
серия сварочная. Тут почему-то как-то никак. Что с тобой не так? Вот как-то вот совсем никак. Некоторые совершенно не хотят вариться. И совершенно не понимаю, почему. Вот сюда вот варю, а оно... Вот пока в свой нос не посмотрел, не сварилось. А, energy low. Да ладно ты. Все нормально, есть консенсус. Так, как бы мне встать-то? А то я опять в позе. Мам, мыл раму. Ну хорошо, хоть кислород есть. И на том спасибо, друзья мои. Как ты медленно насасываешься. Ну-ка подоткнись всеми своими розетками. Чпоньк-чпоньк. Хоть. Клик-турит, клик-турит. Так, что у нас по электроэнергии? 0 секунд. Что? Все работает, но 0 секунд, да? Так, посмотрим, что мы тут. Батарея 95 ватт. Мало, должны 217. Так, с ротор. А как мне одновременно и туда, и сюда смотреть? Вопросный вопрос. Ротор, по-моему, скорость вот сюда. Так, совсем маленькую скорость сделаем. Прям совсем-совсем писечку. Сюда. Блокировку выключаем и смотрим по батарее, сколько она будет добывать. Больше или меньше? Так, максимальная отдача растет. 54. 97. 97,45. 98. 99. На соточку выйдем, будет волшебно. Соточка, 117 потолок. Так что приземлил у нас прям, вы знаете, перпендикулярно солнечному свету. И это очень меня радует. 101. Прям как за курсом валют смотрим. Так. 203. Сделай это нежно. Можно было бы и быстрее, но смысла пока нет. И надо зарядить все батареи, выключить сборщики. Естественно, они пока не должны работать. Все, кончилось. Эть, где у меня... Эть, не надо разделять тензор. Самая глупая настройка, которую я видел. Так, все, хорошо. Давайте все вот это вот... Выпусти меня взад. Так, электроэнергия не кончилась. Вот это вот мы пока выключим. Ассемблер мне не нужен. Так же, как и фурнейс, мне тоже пока не нужен. Нефиг тратить мою электроэнергию. Так, он 330 киловатт жрет. Так, посмотрим, насколько у меня хватит электроэнергии. На 0 секунд. Друзья мои, на 0 секунд мне хватит электроэнергии. Хорошо. Так, ты заряжаешься, пока я этот... Так, внутренняя пластина нужна. Внутренняя пластина. Кажется, я понял. Внутренняя пластина. Давай заберем. Это заберем, это немножко. Все понемножку. Каждой твари по паре. Ну вот, компонент, компьютер, экран. Хорошо, да не вопрос. Че я тут набрал лишнего-то? Компонент, компьютер, экран, да? Компоненты. Ага, компьютеры, экраны, компьютеры. Где мои компьютеры? Компьютеров совсем мало, но не хватит. По крайней мере, сев вот на это вот недоразумение, мы сразу поймем. Все, я поехал. Тоже на 0 секунд. Да что ж такое? Так, мне нужна моя батарея. Так, батареи полностью зарядят через 5 минут. Батареи зарядятся, зарядятся и зарядятся. Вот эту вот батарею ставим на зарядку. Пускай высасывает из тех, но это заряжается сразу же. Пускай на год мне ее хватит, а мы пока продолжаем заниматься вареньем. Очень вкусным вареньем. То есть мы немножко подобывали, немножко поварили, все у нас шикарно. Сейчас пару маленьких труб возьмем, и будет вообще волшебство. Понятно. Тут прям все хватает. Эй! Не лагаем. Игра, я тебя люблю. Малая труба, и тут колесо проварилось. Вы смотрите, мне нужно еще всего лишь одно колесо. Один глаз у нас уже есть почти. Да, все. Глаз бы, конечно, выключить. Стальная пластина не хватает. Маленьких труб. Маленький труб. Хорошо. Так, вот этих вот соточку возьмем на всякий случай. Да что ты так профриживаешь-то, блинские инженеры.
Пшик. Пшик, 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 пшик. Чё-то проварил, чё проварил, не понял. Но я не то, что надо было. Хорошо. Так, в принципе, колесник наш работает. Сейчас мы вот эту вот укреплюшечку сделаем, чтобы не отвалились сразу же. И уедем и умчимся на оленях утром ранним. Но сразу же нам это делать нежелательно, так как мы заряжаемся. Заряжаемся, и пока он полностью не заряется, этим мы заниматься не будем. Так, все, второй глаз. Ага, вот этот не доварил. Так. Раньше было удобнее. Друзья мои, когда вот эта вот не горела горелка. Давайте вот такой отбойничек себе сделаем. Антикрыло. Антикрыло по полной. Так, так, пшик, 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 пшик. Что ж ты мне так в глазенки-то светишь, а? О, у меня тут еще и это. Оп. О, эть, упали. Печально. Я тут еще могу чуть-чуть поварить. Хочу поварить. Ладно. Так, колесико не работает же. Где мой угловой? А, это легкой брони. Зачем мне легкой-то? Верни мне взад. Скат. Ач. Сделали, блин. Так, залазилку. Пойдет. Опа! И варим здесь. Все как порядочные сволочи. А тут два сиденья, что ли? Ну вот я еще на второй. Так, гироскоп. В принципе, на колесной технике гироскоп, он, в принципе, и не нужен. Большая стальная труба и мотор, да? Хорошо, не вопрос. Это будем проваривать? Нет. В принципе, и не надо бы. Так, это что? Это декоративно все. Так, большая труба, мотор. Вот это вот тоже начнем. Нет, не начнем. Что там еще надо? Ага, тут надо вот эту вот вещь начать и ту вещь начать. Как удобно. Какие-то скаты варю, хотя которые мне совершенно не нужны, друзья мои. Так, что у меня по электроэнергии? Нормально, еще батарейка работает. Так, бронированное стекло, балка, солнечная ячейка. Я вас понял. Бронированное стекло. Встань. Ой, как я больно стукнулся. Это привычка в инженерах включать свой джетпак. Так, бронированное стекло. Так, балка, помню. Да не надо же мне в таких количествах эти балки. Так, вот это вот мне надо. Где же у меня бронированное стекло? Стекло нет, еще стекает. Так, энергоячеек. То есть аккумуляторов, в принципе, у меня много. Ну ладно, что. Чем эти стекла не бронированные? Чем черт не шутит, тем мужик не перекрестится. Ями. Ага. Вы фул полный. Так, это ассемблер, это фурнейс, да? А это вот внешний. Есть у меня выбор. Ах ты, зачем же бронированный? Фу ты был. Так, вот это туда. Все, у нас полегчало. Мы облегчились. Отдай свои стекла. Спасибо. Как же мне нравится, когда он от каждого полупука теперь акает. Ну, прелесть какая гадость. Эть, хреная. Попрыгушика. Так, начали еще вырабатывать электроэнергию, что не может не радовать. Сейчас мы еще сделаем себе защиту. Не лагаем. Спасибо. Тихонько. Так, что у нас тут добывается? Добывается электроэнергия прям шикарная. Конечно, все бы это недоразумение повернуть. А я не смогу сейчас это... Так, нет. А что я осматриваюсь? Блин, какие гадские эти... А колеса-то хоть с них работают? Что-то особо-то и не видно, чтобы что-то работало. Не поворачивают, не поворачивают. Ладно, разберемся по ходу пьесы. Так, теперь мне нужно как-то назад туда. Здесь вот не доварил. А, не это, не надо это делать. Вот такая вот желтый кар. Желтый кар. Тебя полностью. Что у меня по серии, друзья мои? Суть потому, что погас телефончик. Осталось меньше минуты. Ути, как мало. Ну ладно, еще 5 минуточек. Ну еще 5 минуточек. Что мне там надо было-то? Не помню я, что мне нужно будет на большую дурель. Но что-то явно нужно будет. Мне вот интересно. Сел. Ну почему наружу-то выпрыгиваем? Странно. Так, и как всегда лампочки я не включил. Сел.
не выключил, если быть точнее. Это у нас будет Spotlight. Тоже вопрос. Все. Света нету. Поварить пока не улетел вниз. Панельки офлайн. Protection. Вот я такой вот волшебник стою на крутящемся колесе. Только двигаемся и сразу же падаем. Так, как мне залезть туда? С прыжка. Ладно, дурачиться не будем. Так, большой. И толстый. Так. И сюда еще один. Че ты? Ну что ты? Что с тобой не так? Все, пьедестал есть. Вот видите, где у него крестик? Так, компонент решетки и моторы. Я вас понял. Только не говорите мне, что компонентов решетки нет. Есть! Все есть, как в Греции. Это не надо, это не надо, это не надо, это не надо. Это вот так. Все, друзья мои, мы прям это. Вуаля. Чего не хватает? А, блин, эти же решетки тяжелее меня. Сейчас бы не заиграться, а то как запишу вам пару часиков. Ну, при таком FPS даже можно и постримить, мне кажется. Как вы на это смотрите? Хотя мне переходничок еще не приехал, конечно, без второго монитора печально. Строительный компонент. Это вот чтобы отшибали эти сразу же. Вот привычка с шифтом брать, и сразу берут сотню. Надо брать Ctrl. Так, чё, моя это... Бибикела-то. Работает. У меня вот интимный вопрос. Я сейчас вот это вот недоразумение отрезаю. Оно у меня уезжает. Хм. У меня другой интимный вопрос. Ну, в принципе, я их наделать-то могу ведрищу. И такого заряда батареи мне хватит прям на год. Сколько электроэнергии? Ноль. Зиру-зиру. И надо... Ага, я вот эту вот штуку забыл сварить. Давайте-ка попробуем. А, фиг, ничего мы тут не попробуем. Не лезет. Давайте все проварим. Все, что возможно, проварим. Вот теперь вот так вот приходится варить. И в следующей серии, если зайдет видосик... Ставьте плюсик, как я уже ранее говорил. Можете ставить лайки, кому нравится. А, этот не надо варить. Что ты от меня пристал? Все, внутренние тебе пластины нужны. Обыкновенные пластины. Моторы уже не нужны, решетки не нужны. Обыкновенных пластин побольше. Стекла уж точно не надо. Вот такой маленький тут. И глупенький инвентаречек. А теперь вообще никак не залезть, да? Так, если я его сейчас отрежу, он у меня уедет? Я тебя понял, Даев. Не уедет. Я сказал, не уедет. Ой, сколько раз у меня так техника уезжала, друзья мои. Вроде бы секундная мера безопасности. Все, зарядились практически полностью. Ну что, взрываем. Так, а этот хвост мне нужен вообще? Этот... А, не взрываем, не взрываем. Залез. Потом-то это пропадет. Я, в конце концов, не доварю. Мне надо сейчас по максимуму все проварить. Все, что возможно было проварить. Вот. Потому что это все пропадет и будет плохо. Так, компоненты есть, компьютеры, экраны, да? Блин, как же здесь сложно залазить. И вот. И пойми теперь, как ты, что ты варишь. Ой. Так, компьютеры, экраны, да? Есть у меня? Экран-то есть, а компьютеры есть. Все, волшебно. Строительных компонентов нет, значит, пару десяточек выкинем, это заберем. В принципе, в зубах держим все, что нужно. Вы смотрите, я уже как профессионал запрыгиваю. Прям Майкл Джордан. Одного компьютера не хватило. Ладно, пес с ним. Так, здесь вроде все проварили. Хорошо. Сейчас еще по дном полазим. Посмотрим, все ли тут проварилось. Очень удобно. Подскакиваешь, и хренак, у тебя сразу целого контейнера нет. Удобство. Ага, вот эту вот писечку. Так, сзади у меня есть маяк, который тоже бы надо по-хорошему проварить. Че не летаем? Летать-то можем. Эть. К
кстати, намного было проще вот здесь вот проделать дырочку и выходить. Спокойно. Забрал, вышел. Забрал, вышел. Чё мне? Малая труба, компьютер. Ну, блин, скид. Малая труба. И компьютер. Где у меня компьютер? Все у меня есть, как в Греции. Нет, нет. Батька не лезет. Что-то вот еще проваривает, а что проваривать непонятно совершенно. Так, а как я туда попадал? Не лагай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь, оценивайте. Ой. Эч, как же я туда попал-то наверх? По-моему, вот через это. Да, точно. Все, у нас есть маяк. Под джип. Под джип меня полностью. И вроде как проварил я все. Ну что? Та-дам! Так, это проектор, да? Вот это вот у меня отвалится, естественно. Все свое ношу с собой сейчас, чтобы не посыпалось меня вниз. Вот это вот все уберем сзад. Все, я готов. Я готов к выезду. Посмотрим, что из этого рая у нас выйдет. Сейчас он мне на голову-то как. Маяк! Бжибанг. Все, не трать мне электроэнергию. Выключись. Так, вот такой вот у нас джип. Джип. Так, чё, как тебя управлять? Джип. Так, свои данные. Азимут топин кокпит, ноутсиген. Свои данные, ручной тормоз. А, это я тормоз, не в тот кокпит сел, да? Ну, ладно, я вас понял. Пустите меня взад на другой. Вроде как не уезжает и встал на тормоза. Что не может не радовать. Рулит. О, рулит, друзья мои, мы едем в далекие края. Осталось только вот это вот солнце в глаз выключить. Все лампочки лишние. Насколько мне хватит питания? На 45. Че? В принципе, устойчиво. В принципе, так вот. Вроде как едем. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала. С вами был Даев. Подписывайтесь, кто не подписан. Будет еще много всего интересного. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, ставьте плюсики, если продолжать. Ну а всем вам приятной игры, повыше FPS, поменьше багов, лагов и всего самого наилучшего от меня. Всем вам огромнейший лайк за просмотр, всем приятной игры, всем до новых встреч, всем помахать ручкой. Где у меня тут? Помахать ручкой, всем поставить лайк. Да верни ты свою рожу-то. Вот. О, опа. Всем приятной игры, всем до новых встреч, всем пока-пока.